Любая машина проехала, мы сразу бежим, смотрим. Через полтора часа просто слышно, как падает. Раз, два, три. На утро вызвал такси, и он меня повез через Молдову. Ты помнишь, как в Грузии началась война? Да, нам никто не сильно не помогал, кроме Украины. Почему сейчас очень много грузинов воюют в Украине? Это продлилось там 2.5 дня. Также насиловали, также убивали, также обращались. Я был грузином. В телефонном разговоре разговаривал с Шевченко и с Ротаном. Я считаю себя, да, украинцем. Что ты можешь зараз про Россию сказать? Эти люди, у которых нет своего мнения, в России не будет нормальной жизни никогда. Весь мир будет ненавидеть эту страну. Колись ты фоткався с Бастою. Они боятся больше за свою жизнь и за свои деньги, чем за жизнь своих детей. Что взагалі думаешь про майбутнє Динамо? Вот 2-3. Результата не будет. Результата не будет. Я знаю, насколько сильно любят футбол в Одессе, и я знаю, что в Одессе должна быть такая команда, как Черноморец. И люди должны поддерживать такую команду, потому что это большая команда, которую вся Украина знает. Просто черноморцам нужно заявить опять про себя и напомнить людям. Гіо Цитаїшвілі вважався чи не головним талантом всього українського футболу. Рік тому він змінив громадянство на грузинське, але все рівно вважає себе українцем. А ще Цитаїшвілі сказав, що для нього Росія припинила існування і згадав, як рашисти почали війну у Грузії. Але перед переглядом обов'язково поставте вподобайку цьому відео, щоб підтримати нас. Бо ми робимо все, щоб хоч трошки відволікти вас від цієї війни. Розкажи, як для тебе почалась війна? Интересная история. Мы были на базе, потренировались. В Одессе, так? Да, в Одессе. И мы приходим с тренировки, а у нас света нету на базе. То есть не можем помыться, не можем, ну, света вообще нету. Смотрим, везде есть свет в городе, с окон. И нам, ну, Игорчук всегда за команду вырывает все и делает все самое лучшее, и говорит, все собираются. Он набрал, наверное, руководство и сказал, снимите гостиницу, мы едем. И мы выехали, поехали в гостиницу. И мы с пацанами в 11 часов вечера вернулись в отель, потому что мы сидели в ресторане, человек 8. И как раз в этот момент писали, знаешь, это все телеграм, что будет нападение, там будет война. А мы сидели, рассуждали, что ничего не будет, все будет хорошо, что это интернет, как обычно. И все, приходим в отель, ложимся спать, и просто в 4.30, ну, все равно, мы начитались в интернете и ждали, вот это, писали, к 4 будет что-то, типа, к 3. И мы сидели под окнами и ждали, там, любая машина проехала, мы сразу бежим, смотрим, все нормально, все было нормально, и уже не выдержали, уснули. Через полтора часа просто слышно, как падает, раз, два, три, и мы подрываемся все, собираем, ну, все, что было там в отеле, мы же не все брали с базы. И спускаемся вниз, стучим всем в комнатам, пацанам, и идем все вниз. И мы уже не понимаем, что делать. Тренеров еще нету, они по домам все. Руководства нету. Кто-то хотел уехать сразу, кто-то не сразу. Кто-то боялся, иностранцы вообще очень боялись. И вот принимали решение все вместе, потом тренера приехали и разбирались. И вот так мы узнали о войне. Так что было неожиданно, как и всем, наверное. Были очень большие пробки на границах, и я думал о том, что если я там останусь, то есть и начну стрелять образно, да, куда ты денешься, если пробка там 3 километра, и уже никуда не сможешь деться. И я, ну, остался еще на день, смотрел ситуацию, уже пацаны начали разъезжаться по домам, то есть кто одессит, кто там с какого-то другого города. Мы остались пятером там. Когда уже все сказали о своих планах, что все собираются уезжать, то я уже на утро вызвал такси, обычно просто он стоил раз 15 дороже. И он меня повез через Молдову, да, границу, и я выехал. Не потрапил в Польшу? Нет. А, ты спешил в Грузию? Я выехал в Молдову, спасибо, кстати, шерифу, они меня приняли, я там спал один день. И потом автобусом я поехал в Кишинев, с Кишинева
Бухарест. Из Бухареста уже вылетел в Грузию. Короче, добирался 3 дня, приехал в Грузию, отоспался и начал тренироваться в Динамо Тбилиси, просто для того, чтобы поддерживать форму. В общем, у меня была сборная потом, я был вызван. И, ну, то есть я еще не знаю, я надеялся, что закончится побыстрее, и, ну, все вернутся, я поэтому держался в форме. Но ничего не заканчивалось, и в последние даты трансферного окна я принял решение и перешел сюда. Гіо, ми з тобою в Туреччині на зборах записали велике інтерв'ю. Ти розповідав, як все налагоджується, життя покращується. Григорчук прийшов в Чорноморець, почав вірити в тебе, ставити в склад, довіряти. Ти відчув довіру, наче зловив кураж, все налагоджувалося. Нові спонсори прийшли в Чорноморець. Таке враження було, що клуб зараз розквітне. І тут 24 лютого, і все змінилося. Розкажи, як в тебе життя змінилося після цієї дати? Я, знаєш, ти коли не ждеш, ти не розумієш, що відбувається. Тобто 24 число, у тебе вже немає мислі, починається війна, у тебе немає мислі о тому, що там, я планував грати в Чорноморці, там, у нас гра з Маріуполем була. Я об этом даже не думав. Тобто війна почалась, вже думаєш, що робити. Почему так? Потом начинаешь читать новости, что происходит вообще. И, конечно, мои планы изменились. Я рассчитывал, что я буду в Черноморце с этим коллективом и с этим тренерским штабом. И я считал, что мы добьемся хороших результатов. И в том числе я лично сыграю хороший сезон. Ну, видимо, не суждено. И нужно было переехать в другой чемпионат и попробовать что-то новое. Війна все ще триває, але бізнес продовжує утримувати важливий економічний фронт. А також продовжують роботу наші друзі компанія Favbet, які з початком повномасштабного вторгнення вийшли з ринку у Білорусі, а зараз підтримують всіх, хто потребує фінансової та гуманітарної допомоги. Якщо ставка та перегляд футболу допоможуть тобі розрядитися емоційно, зроби її. Це нормально. Як і у мирний час, на кожного нового гравця очікує бонус на депозит та ставка без ризику. А ще 1% від усіх депозитів Favbet передає на допомогу ЗСУ. Лінк за посиланням у коментарях. І все буде Україна. Ти пам'ятаєш, як в Грузії почалась війна з Росією? Ні, я це тільки знаю. І, ну... Ну, там схожа історія була, так? В 90-х Південна Осетія, в 2008-му Абхазія, да. Теж, по суті, як Крим і Донбас. Так, да, то есть, той же ліст даже був, я пам'ятаю, коли в Україні почалась війна, сейчас, то Росія відправила якусь бумагу, да? Що вони Донецьк этот... визнали. Да, визнали. Такий же ліст був один в один. Один і той же. На Абхазію та Південну Осетію. Да, то есть, такий ліст відправили, і потім почалась війна. То есть даже ситуация очень одинаковая, похожа. Я этого не знаю, я просто слышал от родителей, слышал от многих людей. Я ж, сколько мне лет было, 2008. Ну а как это відбувалося тоді у вас? У нас у нас тогда не было, не так развита была армия. Армия, информационная вот эта часть страны, как сейчас развита. Нам никто не сильно не помогал, кроме Украины. Почему сейчас очень много грузинов воюют в Украине? Потому что, когда началась война, они посчитали, что это их долг. Солидарность. Да, то есть их же никто не заставляет, да? Они встали просто и пошли сами, то есть добровольцы. И это продлилось там 2.5 дня, наверное, не знаю. Ну, что ж такое? И они уже на третий день поддержали... Тбилиси. Да, Тбилиси танками. И там... Было жестоко, также насиловали, также убивали, также обращались. И поэтому это почему так поддерживает Грузия сейчас Украину, это и так понятно, потому что они прошли через это, они знают, что это такое. Ну, Грузия не боится России, вони просто немає можливості такої армії, щоб протистояти, щоб вигнати. Ні, я думаю, не боится, просто у нас нету можливості. Немає такої армії, щоб вигнати просто зі своєї території. То есть у нас, Украины строго насчитали армии.
Ну, вже більше 200 тисяч. Да, у нас там, може, я не знаю, сколько, 20 тисяч. І то, може, я не знаю, сколько у нас армія, но в любом случае наша територія знаходиться в такому положенні, де от тут Росія повністю. Тобто у них даже преимущество тактичне. Але ти віриш, що Грузія поверне свої землі? Когда-то да. З часом. Только не знаю, какой ценой, что будет. Ну, я надеюсь, потому что те земли, которые они забрали, они очень ценные и очень красивые. Что ты можешь зараз про Россию сказать? Что для тебя эта страна означает? Эта страна означает... Я, наверное, думаю, во-первых, эти люди, у которых нет своего мнения, эти люди, которые ради денег закроют, грубо говоря, рот и будут смотреть, как люди умирают, и дети умирают для своего блага. Это люди, которые не хотят, я считаю, развиваться и жить нормальной жизнью, потому что в России не будет нормальной жизни никогда после этого. Весь мир будет ненавидеть эту страну, этих людей. И эта страна закроется просто вот так, как будто стену вот так обустроит вокруг себя, и все, она будет жить там, это будет другой мир. И они готовы... СССР, да? Да, они готовы, люди готовы это схавать, грубо говоря, ради того, чтобы их не посадили на 10 дней в обезьянник. То есть они боятся сесть в тюрьму, но хотят жить в стране, где ничего не будет. А, ну, для тебя Россия пропинила існування? Да, я уже сказал эту фразу, да. Она как тебе сказать, она, я и так раньше, зная о том, что было в Грузии, так относился, ну, я же тогда, ну, я не в целом все знал, а сейчас я это видел. Ты думал, да, что президент да, поганый и військовый, есть, да? Да, то есть президент... А зараз розумієш, что, в принципе, это весь народ. В принципе, весь народ, да, может, я так высказался прям негативно, да, я так и думаю, но есть, конечно, есть где-то пару человек нормальных в нашей стране, 1% из 100, но пока что я не замечал этого 1% нигде. То есть, да, некоторые известные русские люди высказались, и на этом спасибо, но... Мало этих людей. А, ну, якщо в майбутньому в тебе буде пропозиція від російського клубу, ти да, її відхилиш ну, одразу? Мене взагалі не цікавить це предложення, я навіть не розглядаю. Теж таке питання. Колись ти фоткався з Бастою. Зараз, да, зараз він мовчить. А, да, в Одесі. Твоя думка змінилася про нього? Я просто не перевіряв. Він взагалі жодного слова не сказав. Ну... Я сейчас не могу это оценить, потому что только что я узнал. Ну, я думал, что он высказался, но... Значит, он один из тех, кто боится за свои кто деньги. Кто поддерживает, так? Кто поддерживает. Не поддерживает. Они, может, не поддерживают эту войну. Просто боятся. Просто не хотят терять свои деньги, свою жизнь сладкую, в которой они живут. И свои возможности, связи, это все они все за одну секунду потеряют, если выскажутся. И он выбирает деньги вместо того, чтобы спасти там людей из Украины, женщин и детей. А, знаешь, колись казали, что спорт поза политикой, так? Да. Я думаю, я что так думал. После знаешь, этого не будет. Да, после этого не будет, потому что это возможность сказать о чем-то. Футбол, баскет, любой спорт вообще, это возможность а большую аудиторию высказать свое мнение и поддержать там, я не знаю, народ, да, сделать вот так, как Динамо и Шахтер делают. Ну, в принципе, у них много миллионов подписчиков, они впливают на людей. Конечно, не, ну, слушай, когда на тебя влияет... Військове керівництво? Да, то есть, когда на тебя влияет, я не знаю, интернет, значит, у тебя своего мнения нет, значит, ты чуть-чуть не соображаешь головой, потому что любая смерть, неважно, какая она, то есть, если ты ее поддерживаешь, да, то ты тогда... Что ты за людина? Да, то есть, у тебя с головой тогда не все в порядке.
То есть, хорошо, вы ненавидите Украину, да? Mm-hmm. Ненавидите ее, но ваши же тоже умирают. Mm-hmm. Они воюют, что армия что, не умирает? И за что? И за что, да, то есть ваши дети умирают. За это хотя бы выйдите. Не за Украину, а выйдите там, я за русских говорю. Просто, чтобы зупинить власть. Чтобы ваших детей не убивали там, потому что они же на войну идут. То есть хотя бы за это они поборолись бы, но нет. Насколько они, я не знаю даже как сказать, насколько они животные, что даже за своих детей не хотят выходить и садиться в тюрьму. Ну да, это не люди в принципе. Да, то есть это означает то, что и... Роботы просто какие-то. Да, то есть которые за свою жизнь, они боятся больше за свою жизнь и за свои деньги, чем за жизнь своих детей или народа. Я знаю, теж не дуже для тебе приємне питання про зміну громадянства того. Да. Можеш розповісти, за яких обставин ти прийняв таке рішення? Давай начнем с того, что я когда переехал в Украину, я был грузином, я был гражданин Грузии. Угу. И я отказался от своей родины, от своего гражданства, чтобы играть в Динамо Киеве. То есть в юношеской лиге нельзя было иностранцев иметь. Mm-hmm. И у меня по линии мамы были родственники с Украины, которые, ну... Респект. Thank you. Thanks for the games for Wisla. It's a pity what happened. Yes, it's difficult, but I think Wisla come back and... Not your fault. Good. You are the best. You are you. Respect for you. Thank really. You. Thanks thank a lot. You. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Okay, thank again. You. See you in the last match. Congratulations and... Have a good career. Я взял украинское гражданство и играл со временем. Меня, естественно, начали вызывать. Я начал себя проявлять в Динамо. И я играл, то есть, естественно, я считал Украину. Я не считал Украину, то есть я играю просто временно. Я должен поменять потом на грузинский. Я об этом просто не думал. А когда уже пришло время в национальную команду, знаешь, когда семья хочет, и когда для тебя семья... очень большую роль играет в твоей жизни, mm-hmm. то есть ты ее выслушиваешь, потом дедушка еще очень хотел, и когда его не стало уже, я, то есть до этого, когда он со мной разговаривал, уже было принято решение, но когда его уже не стало, я уже это ускорил, весь этот процесс, и принял обратно грузинское гражданство. Угу. Ти мені розповідав, що ти розмовляв з Суркісом, yeah. і він сказав, що коли тобі 20 років, да, виповниться, то ти зможеш прийняти рішення. Да, то есть, перший раз ми заговорили, наверно, перед чемпіонатом міра. Точно я не помню. В Лодзі який, да, ви виграли? Да, перед чемпіонатом міра, то есть, не я прийшов сказати, що я хочу поміняти, то есть, на меня вышла сборная Грузии, национальная команда, и спросили о моем желании. Я это просто как нормальный футболист сказал президенту. И он сказал, что ты не думай об этом сейчас, ты еще молодой, поспешных решений не принимай. Ты все равно там, в принципе, национальная сборная, 17 лет там, 18 не будешь играть. И я согласился с ним, я подождал, потому что... как бы ему тоже невыгодно, потому что я легионером буду. И я ждал, и потом после чемпионата мира, после какого-то, когда прошло время, когда я переходил в Орску в аренду, тогда на меня вышли. И уже тогда я решение принял окончательно, и я ему опять же набрал. Ну и он опять же мне повторил, что ты уже взрослый, ты можешь уже сам принимать решение. Но мой совет подождать еще. То есть, а там... Просто моя причина была не для того, чтобы я поднял какую-то панику, чтобы меня вызвали в Украину. То есть я знал, чего я хочу, я знал, что я хочу играть за свою страну и за свою команду. И инициатором просто этого побыстрее ускорить, это был дедушка, и я это сделал. А це правда, що з тобою перед тим, як ти остаточне рішення прийняв, спілкувався Ротань, Шевченко та Павелко? Павелка не припомню, но Шевченко и Ротин, да. Ну, типа, тебе питали, чи ти точно вирішив, чи ти подумав добре, да? Нет, я, ну, телефонном разговоре разговаривал с Шевченко и с Ротанем, то есть сначала с Шевченко, потому что, когда я разговаривал с Игорем Михайловичем,
из Львовина, Халычем, они мне сказали, ты обязан поговорить с тренером национальной сборной, чтобы, ну, с ним еще выяснить. Рассчитывает ли он? Да, и я поговорил, он мне сказал, ну, в принципе, ожидаемые вещи, то, что мы на тебя рассчитываем, просто не на данный момент. Там, ну, короче, поговорили, это ж не мой только разговор, это наш общий, я не буду там раскрывать, о чем мы говорили. И я ему сказал конкретно, что я хочу, и он сказал, я тебя понял, это твое решение. И все, на этом попрощались. А с Ротанем, когда я принял лично решение, я ему сам с ним связался и поговорил. Потому что я считаю, он очень хороший человек, очень перспективный тренер, даже если какие-то у него неудачи были с нами в молодежной сборной, я считаю, что он может достичь хорошую карьеру тренерскую, потому что он мне как тренер очень импонирует и нравится. А, скажи, будь ласка, але враховуючи все це, ти відчуваєш себе українцем? Якщо не за національністю, то за станом душі? Да, я чувствую себя украинцем, потому что, смотри, в любом случае я с 11 лет я в Украине. То есть все осознанное, что я прожил, знаешь, что я выучил, что там стал футболистом, стал там человеком. Я не знаю, попробовал там пойти погулять первый раз, попробовал там. Дорослое життя. Да, да. То есть все это было в Украине, и осознанно я понимаю, что это мой дом, потому что я каждый угол знаю. В принципе, в Киеве я знаю все. Я не знаю так хорошо Тбилиси, допустим, как Киев. И я знаю, у меня намного больше знакомых и друзей в Украине, чем в Грузии. Но я всегда чувствовал, что я грузин. Ну, это прожитое время в Украине, то есть почти 9 лет, даже 10 лет, ну, это очень много. И тем более, когда такой возраст переходной, когда ты взрослеешь, это очень многое значит, я думаю. И неважно, где бы я ни жил, прожить 10 лет в одной стране, ты уже должен себя чувствовать, я думаю, там, украинцем или там, китайцем, если ты в Китае прожил 10 лет. Так что меня еще и приняли как своего в Украине. И я прожил на базе очень много времени с пацанами, с украинцами. И то есть я считаю себя, да, и украинцем, и грузином. А что для тебя означает Украина? Я думаю, дом. То есть даже если я думаю о том, где я хочу жить, пока других вариантов нету, чем, ну, Украина есть. То есть где я хочу жить, там. Даже в данный момент, я иногда скучаю за Киевом, то есть даже думаю о том, что когда завершу карьеру, где бы мне хотелось жить. То есть пока только один вариант, это Киев. Вообще я там прожил. Ну, Киев – это найкраще місто в світі. Я думаю, да, одно из, но просто в Грузии тоже классно. Я знаю, что ты с того момента, как принял громадянство Грузии, дуже сильно ударився, так би мовити, в історію Грузії, почав вивчати, да, свої знання покращувати. Да. Це щоб краще знати історію свого народу, так, щоб більше розуміти. Ну, я ж не ходив в школу грузинську, то есть я жив 10 років до цього на Кіпрі, потім переїхав в Україну. І у мене не було якогось розвитку в грузинському язику, там, тільки я знав, вмів розмовляти. И все. И мне всегда это интересовало. Просто что не было или возможности, или времени. Знаешь, когда ты переезжаешь в Украину, то тебе надо выучить тогда русский и украинский. И я с нуля это все учил, и я ходил в школу украинскую, и мне было тяжело. То есть учить одновременно три языка, и грузинский, и украинский, и русский. И сейчас, когда уже все наладилось, у меня есть возможность, есть время. Я осознанно понимаю, чего я хочу. Я начал учить историю Грузии и грузинский язык. И когда я все это выучу, я буду учить историю мира. Так что это интересно. Я думал, что это скучно, но когда ты начинаешь учить это,
начинаешь что-то понимать, то это очень интересно. Потому что сколько фактов, которых ты не знаешь. Даже о Украине, если взять историю Украины, я думаю, там очень много фактов. Так что нужно развиваться в любом случае, во всем. Зачем зараз сумуешь найбільше в Украине? В Украине? Я не знаю, за коллективом, за пацанами. А за местами? Такого не было, что я был... Там за Майданом, может, за Хрещатиком? Не, может, за Олимпийским, за базой. Я так не был сильно, знаешь, я любил выйти там, посидеть, покушать где-то, но не был таким, что я сижу, хочу на Майдан пойти или на Хрещатик пройтись. Ну, больше так, спортивный комплекс. Ты зараз якось допомагаешь Украине на цій війні? Пару раз там просили, только проверенных своих друзей, которые там есть знакомые, которые воюют именно и просят, тем да, и в Грузии помогают там, кто переехал там в Грузию, помогаем как можем, футболисты сборной Грузии. Ну, то есть ищем жилье, ищем, даем там финансы на то, чтобы жилье взяли, и еду там, и все такое. Розкажи, як виник варіант з Віслою. Я знаю, що тобі Кіндзьора допоміг. Да. Він і мені допоміг, і тобі, він дуже багатьом людям. І Вербічу я знаю. Да, Кіндзьора такой і так на полі був лідером і оказався із житті таким. Доброю людиною. Да, то есть лідер хоче допомогти, все зробити сам. І він мені просто написав, що на нього вийшов тренер, як вийшов. Этот тренер Вислы был сборной Польши тренером и тренировал, ну, то есть был тренером Кинзоры в какой-то момент. И они связались, и этот тренер спросил за меня. Ну и, наверное, Кинзора тоже сказал хорошие характеристики, я не знаю, что ты сказал про меня. И потом он мне написал, что Кио так и так, тренер Вислы заинтересован, он вышел на меня. Он хочет, чтобы ты был в команде, и он даст тебе игровое время, да, он... А для меня это было самое важное. Скажи взагалі, ось ты пришел, зіграв 6 матчів, став лідером команди, нарешті показав себе, і ти вже думав про своє майбутнє? Ось я впевнений, що після такого потужного старту пропозиції збільшились у тебе. Да, ну, я не могу нічого розсматривати, у мене контракт з Динамо, і, то есть... Ты учитываешь, что они скажут? Я не знаю, что будет с чемпионатом Украины. Жду ответа от этого, ну, когда будет это совещание или что это будет, я не знаю. Жду, когда примут решение по поводу чемпионата Украины, и жду решения от Игоря Михайловича и Григория Михайловича. Я еще не знаю. Мы об этом не разговаривали. Конкретики пока, ну, нету, то есть листа нету отправленного в клубе. Я должен сначала узнать, какие планы у Динамо Киева. И потом уже принять решение. Есть время для того, чтобы обдумать все и узнать, в принципе, когда что будет, потому что у меня сейчас сборная и еще месяц есть. То есть посмотрим. Але ты сам схиляешься больше до чего? Тебе хочется в Украину, с украинской командой играть, или в Европе? По поводу, где я хотел бы, тяжело сказать. Понятно, что отношение, как относится в Европе к легионерам, к своим же, оно отличается, чем в Украине. И хочется, чтобы было такое отношение, неважно, где это будет, Украина это будет, я не знаю. Там... Ты маешь на увазе, что доверяют, а дают свободу деньги, так? Не только доверяют, это не значит, что тренер тебе сказал. Тренер мне тут не говорит, Гио, бери и делай, что хочешь. То есть само отношение вокруг тебя, то есть там администратор, вице-президент, тренер, тренерский штаб, футболисты. Все вот это, то есть дает тебе уверенность. Не нужно, чтобы тебе тренер сказал, бери мяч и делай, что хочешь. То есть это отношение тебе дает ту уверенность, которую ты должен ощущать. Ко мне подошел после второй или третьей игры Блащиковский. И он начинает со мной разговаривать. И я, то есть, смотрю на него, понятно, что Блащиковский, поигравший там. А он вице-президент, так? Ну, он и футболист, и его брат там президент. Я не знаю вот эту всю тему.
Ну, он ко мне подходит и говорит такую вещь, говорит. Третья игра, к тебе уже начинают перестраиваться, то есть 2-3 игрока тебя постоянно страхуют и берут. Ну, почему-то ты типа принимаешь мяч и отдаешь, ты не хочешь терять мяч. А ведь это не страшно, потерять 10 раз мяч. Но 11 раз ты забьешь. А это и самое важное, говорит, в твоей позиции. Рисковать и терять мячи, это нормально. Иди, обыграю. И он мне говорит такую фразу, которую поиграл в Боруссии Дортмунд, знаешь, поиграл на большом уровне. То есть теряй, но со временем ты поймешь, где надо так сделать. Если ты не будешь терять, то ты не будешь рисковать. Значит, тот, кто рискует, постоянно теряет мяч. Що взагалі думаєш про майбутнє Динамо? От буде курс, я так розумію, зроблений на молодих хлопців. Оно і так так було. Але зараз ще більше. Да, прям дуже багато молодих. Я знаю дуже багатьох молодих, які способні. Тобто вирости на хороший рівень. І, в принципі, зараз показують час, що потрібно. И так раньше нужно было, но этого не понимали сильно, что нужно молодежь развивать. Не только, я не за Динамо Киев, Динамо всегда старалась развивать, у нас даже по проценту больше воспитанников играет в высшей лиге. Наверное, еще Европу, да. И то есть в Украине в целом ради результата не давали шансы молодым игрокам. И сейчас я думаю, они все поймут, и даже если не поймут, то у них уже не будет такой возможности финансовой, потому что кризис, как бы, понятно, и будут приглашать молодых своих игроков играть в первой команде, это будет, да, может, год, два, три. Результата не будет. Результата не будет, но эти футболисты вырастут, и я думаю, потому сборная Украины будет хорошая сборная молодых игроков. Ну, ты гарно знаешь этих хлопцев с U19? Кого можешь выделить? С перспективы. Ну, Волошин. Попов, нападающий, Боль. Ну, Ванат трошки старше. Не, Ванат как бы уже... Доросла людина. Діало, ну я не знаю, где он. Ніхто не знає, скільки йому насправді років. Я не знаю, где он сейчас вообще. Так, да, він щось зник взагалі. Брашко. Ну, вистачає. Короче, там пол состава, я думаю. Можуть одразу підсилити. Не хочу кого-то обидеть і не вспомнить, но там є з середини поля, допустим, вот, там троє, які играли в Лігу чемпіонів, вони, в принципі, способні играти в першій команді. Ну, Динамо завжди славилась хорошей академією, і з нами було тяжело играть завжди. Неважно, це було 10 років назад, 5 років назад, или... воно завжди було одна із самих сильних. И мне нравилось то, что Динамо, ну, Игорь Михайлович всегда делал все для того, чтобы в академии у тебя все было. То есть один момент даже в академии было лучше, чем в U19, когда я пришел. Сами условия, то есть для детей. Сама база была лучше. И он все делал для того, чтобы поля там переселил сейчас. Жаль, что война началась. Но, короче, он всегда вкладывался и деньгами, и вообще своей энергией и здоровьем для того, чтобы Динамо Киев не просто приносил ему деньги, а он каждого знал, как его зовут, какие у него родители, все ли у него хорошо в семье. То есть он интересовался всем. Поэтому его очень большое количество людей и футболистов уважают. Игорь Костюк, можем в майбутньому очолити першу команду? Динамо? Слушайте, тяжело сказать. Ну, але так, потенціал є. Ні, я маю в виду, що тяжело сказати, він буде чи не буде. Я говорю, що будь-який тренер з Динамо Киев, який також Леонич Мороз, Костюк, Аненков, то есть они все, они не просто так находятся в Динамо Киеве. Це сильні фахівці. Да, они очень сильные тренера, и все могут, кто работал там в U19, U21, все хорошие тренера. У всех есть школа, у всех есть футбольне прошлое, і всі розуміють, як можна працювати. Максимов дуже сильно в тебе вірив. Григорчук, Луческу, Леонтіч Мороз, Костюк, ну всі, з ким ти тренувався, напевно, може, і Михаліченко, і Хацкевич. Але
якісь завжди були моменти, або травма, або не дуже там в тебе співпадали там зірки на, не знаю, на небі. Не фартовий ти. Ось коли ми побачимо максимально Гіо Цитаєшвілі? Тому що зараз ось за 6 матчів в Віслі ми такий трошки потенціал твій побачили, що ти можеш дуже великого рівня досягти. Тяжело. Это не фарт, это больше... Кураж. Больше не то, что не кураж, это больше отношение в целом. Не только тренер доверяет, это что означает? Максимов, да, доверял. То есть, из кого ты сказал, Максимов доверял. Дуже сподівався на тебе. Да, то есть доверял. Григорчук доверял. Доверие — это одно, отношение — это другое. То есть отношение само в команде в целом. Не только это должно быть от тренера, это должно быть от коллектива, от окружения. Какой ты там на негативнее, на негативных эмоциях или на позитивных. То есть ты когда на негативных, ты не хочешь. Вот ты бывал когда-то долго на негативных эмоциях? Mm-hmm. То есть вот ты приходишь на работу, ты на негативе, и как тебе работается? Ну, взагалі не про. Да, вот такой, такие периоды у меня были, очень много таких периодов. А здесь я только с первого дня на позитиве. Поэтому, когда ты на позитиве, у тебя все получается, и... Крыло вырастает, да? То есть у тебя все... Даже у тебя получается, там, ты можешь хоть что-то другое хотел, но у тебя на поле получилось, потому что ты на таких эмоциях, ты хочешь расти, хочешь тренироваться, хочешь играть, хочешь помочь тренеру, команде, одноклубнику, там, если у него какая-то проблема, ты всегда на желании. А когда ты на негативе, то это тяжело. Что первое ты сделаешь после победы Украины в войне? Я думаю, в Киев. Я не знаю, что я буду делать. Борща съешь. А? Борща съешь. Да, борщ. Пойду по любимым заведениям, кафешкам, к знакомым, которые там сейчас. На базу заеду. Да, на базу заеду. Там много всего. Это будет прекрасное время, когда Украина выиграет войну. Это будет... Я считаю, что Украина одна из самых популярных стран будет в мире и самых желаемых посетить для туризма. Mm-hmm. То есть эта страна вырастет очень сильно. Зараз в тебе є можливість звернутися до всіх українських болівальників. Що ти скажеш їм? Болельщиков футбола или... Взагалі всіх. В тебе багато болівальників. Я скажу, что совсем скоро, да, не знаю когда, но настанет день, когда сирен не станет в стране и будет, будет День Победы уже не 9 мая, а будет еще одно число будет, и мы будем праздновать все вместе. Я желаю всем здоровья, терпения и веры в президента, в армию, и все будет хорошо. А в футболу... С футболом чуть тяжелее, мы не знаем, что когда будет, но уже «Динамо» и «Шахтер» и сборная Украины радуют и играют. И думаю, в скором времени начнется и чемпионат Украины, так что будем вас радовать. Я сподіваюся, що це відео хоч трошки допомогло вам відволіктися від всіх жахів війни в Україні. Тому, будь ласка, поставте нам лайк, напишіть у коментарі, що ви думаєте про Цитаєшвілі і з ким би ще з українських футболістів ви хотіли б побачити в інтерв'ю у нас на каналі.